кулер Xilence M606. В комплекте с кулером Xilence M606 поставляется крепеж для всех современных платформ Intel и AMD. Дружелюбными к пользователю и интуитивно понятными способы крепления радиатора к материнским платам назвать не получится при всем желании, но в принципе это касается любых мультиплатформенных решений. Для того, чтобы разобраться, куда что прикручивать, скорее всего придется заглянуть в инструкцию, хотя в любом случае так проще. В процессе установки, возможно, потребуются острогубцы, хотя если у вас сильные пальцы, благодаря рифлению на болтах и винтах можно обойтись и голыми руками. Обдув радиатора реализован с помощью 120-мм вентилятора, поставляемого в комплекте. Сам производитель называет вентилятор двухкомпонентным, что вполне адекватно описывает его основную особенность. Дело в том, что пластиковая крепежная рамка решения Xilence полностью покрыта тонким слоем резины, являющейся демпфирующим материалом. Радиатор Xilence M606 имеет классическую односекционную конструкцию башенного типа. Здесь ничего принципиально нового обнаружить не удалось. Однако само исполнение достойно похвал. Основанием кулера служит достаточно толстая медная пластина с углублениями для тепловых трубок. В пазы пластины основания вставлены 6 тепловых трубок диаметром 6 мм. Сверху они прижаты алюминиевой плиткой с небольшой зоной оребрения. Тепловой контакт и надежная фиксация элементов обеспечены за счет пайки, причем припоя производитель не пожалел, его излишки заметно выступают за пределы зон контакта. На конце трубок напрессовано 47 алюминиевых пластин, причем в местах соединения также заметны следы припоя, что можно встретить далеко не всегда. В целом, благодаря достаточно толстым алюминиевым пластинам и повсеместному применению пайки, радиатор Xilence M606 производит впечатление монолитной конструкции. Здесь ничего не люфтит, не шатается и не гнется при неосторожном обращении.